Экономика, бизнес, финансы. Программа «Экономика». В студии Ольга Болезина. Здравствуйте. На директора управляющей компании Ленинского района заведено дело. Его подозревают в коммерческом подкупе. По версии следствия, директор управляющей компании в период с марта по апрель этого года попросил 700 тысяч у руководителя одной из организаций. За это обещал, помимо прочего, подписать договоры на установку и обслуживание общедомовых приборов учета, находящихся в управлении компании. Первую часть суммы он получил 19 апреля и был задержан. Решается вопрос о его аресте. Программа «Экономика». В Кирове будет оборудовано 66 мест для сезонной торговли. Торговые точки, включенные в схему сезонных нестационарных объектов, начнут работу с 1 мая. В мэрии уточнили, что места разыграны на аукционах. Это 54 точки для продажи мороженого, безалкогольных напитков, в том числе кваса. В 8 местах будут продавать сувениры, в 4 откроют летние кафе. Торговые объекты будут в наиболее проходимых местах, крупных парках, на центральных улицах и в районе железнодорожного вокзала. Они должны быть оборудованы соответствующим образом, продавцы иметь униформу, бейдж и ряд документов. Экономика на 101 FM. 11 миллионов рублей в месяц зарабатывает самый богатый депутат УЗС. Это президент компании движения «Нефтепродукт» Сергей Киселев. Он задекларировал за прошлый год доход в 141 миллион рублей. Для сравнения, ежемесячный доход первых лиц области в РИО губернатора Игоря Васильева и спикера УЗС Владимира Быкова порядка 300 тысяч рублей. Средняя зарплата в Кировской области, по данным Кировстата, в разы меньше. За январь-февраль этого года она составила 22 795 рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост оценивается в 5,5%. Доллар на сегодня 56.23, курс евро 60 рублей 32 копейки. Ольга Болезина, новости экономики в Кирове. Программа «Экономика» на 101 FM.